It's that left, you go, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that left. Привет, вы на канале Алина. Сейчас у нас в городе гололед. И наконец-то я пошла с папой на скалы покататься на горке. Я давно мечтала проехаться на ней, но не было подходящих погодных условий. Так участь знает эту горку. Раньше зимой на них катался почти весь город. А сейчас люди забыли о нашей горке. Но ничего, я напомню всем, что у нас еще есть эта горочка. До Кучарск поднимаемся и пока не поздно идем на скалы кататься на горке. Потому что гололед вот-вот исчезнет. Все, я иду кататься. Пойдем. Всем привет, с вами мисс Алина. Как я вам и обещала в прошлом видео, мы пойдем на экстремальную горку. А сегодня она особенно экстремальная, потому что везде гололед. Итак, папа у меня двигатель. Едем на горку! Поехали! А ну я попробую. Почти у цели. Нам осталось еще чуть-чуть, и будет наша горка. Итак, вот за этим перевалом наша горка. С ума сойти! Везде гололед и холодно. И даже деревья льдом покрыты. Итак, вот она наша горка. И самое страшное, что на конце горки есть река. Где-то в 5 метров от горки. Если неправильно зарулить, можно попасть в реку. Итак, первый. Папа! Так, ни пуха, ни пера. Поехали. Опа. Ладно, рука тебе. Не побоись, Аля, не побоись, скорость бешеная. Да? Страшно не будет? Не знаю, я первый раз и пробую. Там можно и в речку улететь. Я уже чуть на бугор пошел. Давай, будешь пробовать? Папа, я тебя приближала. Молодец, будешь пробовать? Ага. Сперва я поеду на картонке, если будет не страшно, на санках поеду. Сейчас сядем. На картонке уже не получится. Ну, чуть-чуть можно проесть, давай. А на санках, ух. Что-то я не могу. Подтолкнуть тебя? Готово? Да. Давай. Не, ну ты ж ногами тормозишь. Давай на санках. Давай. Только аккуратно поднимайся. Так, пожелайте мне ни пуха, ни пера. Я поехал. Так, стой, стой. Отпускаю. Готово? Вот. Рулевать же знаешь как, да? Да, вот так. Смотри, там река. Что?
до бугра подъедешь, если увидишь, что через бугор будешь перелетать, выпадай санок, понял? Угу. Поняла? Угу. Потом покажем дирекатом. Давай. Ой, подожди, я не побою тебя. Ну, давай, поехал. Ай, куда ты заехала? Итак, на старт. Внимание. Муж! Ну ж. В том же месте сейчас. Готово! Готово! Давай! Папу не сбей! На что ты доехала? На камни. На это, а что ж ты не вырулила? Даже надо, на камни доехала. А так бы проехала, так вон там речка. Пошли посмотрим. Ну, оно следы видно папины. Как папа на бугор заезжал. Подожди, а куда я тут? А, вот они мои следы, лянь. Иди, лянь. Смотри. Видишь следы санки? Вот они летели, летели, летели. И вот я где остановился. Видишь? Ага, вот здесь. Да. Ты чуть не попал в реку. А там еще смотри, там не совсем... Ух ты, блин. Там... Да ё-моё, и ты упал. Ух ты. Это вообще тут невозможно ходить. Смотри, чтоб так мы в реку не упали. Вон она река. Готово! На старт, внимание! Марш! Давай! Приготовилась? Готова? На старт, внимание, марш! Перелетела опять камни. Опять камни перелетела. Но зато до самого низа доехала. Опять. Нормально. Oh.
если бы здесь не притормозил вот там вот, мог бы перелететь. Я ж тяжелее, оно побыстрее едет. Мы какие могли камни поубирали. Еще немножко там остались. Но они, походу, скала сама. О, она уже едет. Приехала. А что случилось? Ну давай, моя очередь. Твоя? А ты хочешь? Ну давай ты. Не, давай ты, а потом я. Еще и все. И все. Да. Домой уже пора. Ну давай, еще по разу. Я и ты, и все. Марш! Марш! Только едет. Дороги! Аж горку перелетел. Ну что, все, домой? Я немного вымазалась при падении. Сделала маме много работы. Прости меня, мама, я не специально. Как видите, на горке можно кататься. Одна опасность – это река, которую можно нечаянно заехать и искупаться в ней. Всем спасибо, кто меня смотрит. А докучаевские папы, берите детей и вперед, пока есть гололед. С вами была мисс Алина. Всем пока-пока, до новых роликов.